hear that beetle talk, you'd think something was gonna happen to us. Добро пожаловать на WatchMojo, и сегодня мы обсудим топ-10 вещей в фильмах, которые страшнее, чем смерть. I seem to be stricken by a disease with a purpose, wouldn't you say? В этой подборке мы собрали все закрученные случаи из фильмов, что иногда смерть кажется более приемлемой альтернативой. А раз тут речь пойдет о ключевых персонажах, берегитесь спойлеров. А нашего телеграм-канала не берегитесь. Подписывайтесь. Ссылка внизу. Номер 10. Ловушка в затопленном месте. Прочь. Now sink into the floor. Wait. Sink. Тут большинство исходов связано с бессилием. Возьмем, к примеру, Криса Вашингтона. Он попал на сеанс гипноза с матерью своей девушки, и ему приказывают провалиться сквозь пол. Крис внезапно оказывается в темной пустоте, где он может видеть и слышать, но не может контролировать свое тело. Позже он узнает, что захватили не только его одного, а другие сознания заперты в затопленном месте. Режиссер Джордан Пил хотел сказать, что это метафора пленника в собственном сознании. Now you're in the sunken place. Одно дело сидеть в заточении, а другое наблюдать, как кто-то крадет вашу жизнь, и ты не в силах вернуть ее. Тогда и возникает то самое чувство утопания. You were one of my favorites. Yeah, that Chris, huh? One of my favorites. Номер 9. Железная дева. Бессмертная гвардия. Этот боевик про кучку практически бессмертных наемников, которые способны пережить практически все, так что зрители особо за них не переживали. Но самоисцеление может быть одновременно благословением и проклятием. Бессмертная Куин готова смириться с любой судьбой, пока Энди с ней. Just you and me. Until the end. Но Куин разлучили с боевой подругой и закрыли в металл. Похитители знали, что она будет восстанавливаться, поэтому ее посадили в Железную Деву и выбросили в море, где она тонет раз за разом. В конце концов, Куин сбежала. Но возможно ли по-настоящему восстановиться морально после таких пыток, травм и изоляции? It's nice to finally meet you. Номер 8. Наказание Красного Черепа. Мстители. Война Бесконечности. Когда Иоганна Шмидта или Красного Черепа затянуло в червоточину, это было только начало. We all think that at first. We are all wrong. В «Мстителях. Война бесконечности» Красный Череп появляется на планете Вормер, где в наказание он вынужден охранять Камень Души более 70 лет. Он не может забрать его себе, зато может раздавать советы Искателям. But it cast me out, banished me here, guiding others to a treasure I cannot possess. Такое неполноценное существование и унылый пейзаж ни капли не помогают, и годы одиночества сказались на Красном Черепе. Когда-то хитрый и харизматичный злодей, теперь побежден и бездушен. In order to take the stone, you must lose that which you love. A soul for a soul. В одном из таймлайнов проклятие Красного Черепа разрушено, когда Танос получает Камень Души. Но куда идти дальше? Номер 7. Фантомная зона. Супермен. Фантомная зона – не только одна из самых уникальных киношных тюрем, но и самая нервирующая. В первых двух фильмах про Супермена это плоский зеркальный объект, созданный Джор-Элом. И из-за предательства генерала Зода Урса и Нона приговаривают к заключению в фантомной зоне. Они беспомощно летят в космосе, а потусторонняя природа фантомной зоны только усугубляет их ужас. И даже Зод, один из самых сильных злодеев в истории Супермена, явно напуган наказанием. По иронии судьбы, именно сын Джор-Элла освобождает жаждущих мести криптонских преступников. Номер 6. Превращение в осла. Пиноккио. You'd think something was gonna happen to us.
Пускай диснеевская версия Пиноккио не такая мрачная, как книга, но судьба Лэмпвика и других непослушных мальчиков на острове удовольствий все еще не дает нам покоя. Кучеры заманивали детей сигарами, пивом и угощениями, а затем превращали их в ослов и продавали на рабский труд. Например, Лэмпвик не может говорить. Однако неизвестно, что происходит со ослами, которые все еще могут болтать. Наверное, ничего хорошего. Их судьба неизвестна, ведь мы не увидели обратного превращения в детей. Можно предположить, что все они проводят остаток дней в соляных копях, в цирке или ишачат на своих матерей. The boys, they're all donkeys. Oh, you too! Come on, quick, before you get any worse! Номер 5. Поцелуй Дементора. Гарри Поттер и узник Азкабана. Да, Авада Кедавра – смертельное непростительное заклятие, но есть вещи и похуже. Авада Кедавра! Например, еще одно непростительное заклятие Круциатус доводит жертв до безумия. Использование такого заклинания может вас отправить прямиком в Азкабан. Но если вы неудачно сбежите из Азкабана, вас поджидает кое-что еще более жуткое. Сириус Блэк почти попал под поцелуй Дементора, который должен был высосать его душу. Технически человек еще жив, но из-за поцелуя у него пропали все радости жизни. Многих утешает мысль о том, что душа живет после смерти, но не ясно, что с ней происходит после Дементора. В общем, это беспощадный поцелуй. Номер 4. Яма Сарлакка. Звездные войны, эпизод 6. Возвращение джедая. Да уж, быть замороженным в карбоните – это тебе не поездка на Бали. А Хана Соло, кроме всего, ждет еще и жестокое пробуждение после. Джабба Хатт отправляет Люка, Чубакку и Хана в великую яму Каркуна, где, ну, C-3PO объяснит все лучше, чем мы. You will therefore be taken to the Dune Sea and cast into the pit of Karkoon, the nesting place of the all-powerful Sarlacc. Doesn't sound so bad. Не особо приятно быть съеденным хищным зверем, а уж таким как Сарлакс и подавно, потому что он не торопится переваривать своих жертв. Second thought, let's pass on that, huh? Это медленная, ужасная и довольно мерзкая судьба, но нашим героям удалось избежать такого унылого конца, а вот некоторым из стражников Джаббы не повезло. И если вы упали в яму, это не значит, что выхода нет. Просто спросите у Бобы Фетта. Номер 3. Быть похороненным заживо. Убить Билла 2. Назовите нам штуку пострашнее, чем быть похороненным заживо. В темноте кажется, что остается просто ждать, когда наступит удушье, обезвоживание или прижмет голод. К счастью, невеста использует технику подюймового удара, чтобы вырваться на свободу. Жаль, что бедняга Райан Рейнольдс этого не знал. Невеста поссорилась с Эль-Драйвер в трейлере Бадда. Ну, потеря зрения не хуже смерти, ведь многие слепые живут счастливой и полноценной жизнью. Но вот вырвать один глаз и бросить умирать с черной мамбой – это уже совсем другая история. Невеста могла прикончить Эль, но ее отчаянные вопли – гораздо более жестокое наказание за то, что она сделала. Номер 2. Стать человеком-мухой. Муха. На словах превращение в помесь человека и мухи может показаться крутым. Сила возрастет и можно ползать по потолку, что не так. Но мы увидели, через что проходит Сет Брандл, и лучше бы нас просто прихлопнули, как обыкновенную муху. Трансформация далась Сету нелегко. Превращение в Брандл-муху происходит постепенно и отталкивающе. Сет теряет зубы и волосы, а кожу не могут вылечить лучшие дерматологи. И кроме того, что Сет превратился в отвратительное существо, он еще и начал терять рассудок. Have you ever heard of insect politics?
Когда вы думаете, что уже не может быть хуже, тело Брандел-мухи сливается с лабораторным оборудованием. И когда Ронни стреляет в страдающего Сета, это прежде всего акт милосердия. Ну и перед тем, как мы перейдем к нашему номеру один, вот еще несколько достойных упоминаний. Превращение в моржа. Бивень. Все еще лучше, чем стать мухой, но не намного. Ловушка в голове Эмили. Быть Джоном Малковичем. Жутко смотреть, как его бывшие жены долго и счастливо живут вместе. Переделка вонючего Пита. История игрушек 2. Он, наверное, предпочел бы гнить на свалке. Лунный свет. Пираты Карибского моря. Проклятие черной жемчужины. Жизнь без удовольствия и боли на самом деле не жизнь. А прежде чем мы продолжим, обязательно подпишитесь на наш канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Номер один. 15 лет в комнате. Олдбой. Однажды Одессу похитили и заперли в гостиничном номере на 15 лет. Десу не знает, за что его посадили и кто его туда посадил, что делает следующие полтора десятилетия невыносимыми. Вдобавок ко всему, Десу обвинили в убийстве собственной жены. Месть и побег — локомотивы, тянувшие его через все эти дни. И когда Десу наконец-то свободен, то худшее еще впереди. У него завязались отношения с девушкой по имени Мидо. Но все это — часть тщательно продуманного плана. Мидо — это дочь Десу, и его заставили влюбиться в нее. И уже ничто не уберет этот эмоциональный шрам. А вы согласны с нашей подборкой? Дайте знать в комментариях, загляните к нам в телегу и зацените другие ролики на канале. И не забывайте ставить лайки и подписываться на WatchMojo, чтобы не пропустить свежие видео. Они уже на подходе!